Пациент, назовем его Николай, попал в больницу 10 дней назад. Авария. Ехал с Алейска в сторону Усть-Калманки. Там как раз в большей степени выскочил автомобиль. Прям доли секунды тут уже не среагировать. При уходе от столкновения и машина перевернулась. Медики среагировали быстро и отвезли в больницу. Несколько дней назад провели операцию. Была сломана лучевая кость и бедро. На второй день при поддержке врачей пациент уже начал ходить. Реабилитация продлится от 3 до 5 месяцев. Кстати, 70% пациентов тяжелой сочетанной травмы, пострадавшие в ДТП. И чаще всего с черепно-мозговыми травмами, переломами пальцев, бедер, ног, плеч, а также нескольких сегментов одновременно. Многие, по словам медиков, пренебрегают правилами движения. Не пристегиваются ремнями в автомобилях, не надевают шлемы. Это о мотоциклистах и велосипедистах. Те пациенты, которые не пристегнуты, у них повреждения в основном бедер, очень сильные при столкновении, повреждения таза. И все эти, это шоковые органы, которые тяжело восстанавливать, тяжело реабилитировать. Соблюдение, опять же, правил дорожного движения, это мотоциклисты в касках обязательно, это велосипедные обязательно каски. Ну и беречь, это, как мы уже сказали, то есть голова страдает в первую очередь при любом дорожно-транспортном происшествии. Весной и летом число ДТП растет, как и травмы становятся сложнее, одежда уже не защищает. Сейчас на улицах все больше самокатчиков и велосипедистов, которые тоже далеко не всегда соблюдают правила движения. Как только у нас получили средства индивидуальной мобильности, ажиотаж в городе Барнауле, соответственно, ДТП только сейчас начинают обороты. В настоящее время у нас всего их два. Один самокат, один велосипедист. Чаще всего это простое банальное отвлечение или превышение скоростного режима. Все пользуются мобильными телефонами, средствами связи, которые отвлекают от участия в дорожном движении. По статистике, число ДТП в Барнауле снижается, дороги стали лучше. А вот в районах края их все еще много, а там дороги требуют особого внимания. Медики сегодня говорили о снижении происшествий с участием пьяных водителей. Поэтому все чаще на больничных койках оказываются те, кто пренебрегает правилами движения. И страдает от тех, кто их не соблюдает. И хотя врачи делают все возможное, чтобы каждый пострадавший вышел из больницы на своих ногах, риск остаться инвалидом высок. А кому-то из-за тяжести травм просто не успевают оказать врачебную помощь. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.